Что это за дэнс? Всем привет, с вами Стэймон, и это наша первая часть выживания на сборочке под названием «Время магии». Я уверен, что этот сезон будет очень длинный, и если вы захотите поиграть на этой сборочке, то ссылка будет в описании. Если вам понравится это выживание, то обязательно ставьте лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а мы приступаем. Поехали! Данную сборку мы создавали на стриме. Да, теперь у меня ведутся стримы, и они теперь под новым графиком. Теперь стримы будут во вторник и пятницу, в 7 по МСК. Также я сначала не обратил внимания, но у нас есть книжка руководства по цуцлику, или суслику, или цицлику. Так, думаю, нам это рано еще изучать, так что верстачок. Итак, наш первый верстак готов. Ставим, и что мы можем тут сделать? Как же много тут всяких крафтов, аж 1000. Ну, первые инструменты. Повторюсь, если вам понравилось... новое достижение. Каменный век. Добудьте камень новой киркой. Повторюсь, если вам понравится данное выживание, то обязательно ставьте лайки и пишите об этом что-нибудь в комментариях. То есть, продолжать ли мне или закончить все же. Ну, я надеюсь, вам понравится, и я подам в качественном формате, чтобы вам было приятно смотреть. Так, все, нам на инструменты и на печку хватает, выходим отсюда. Зря я, наверное, создал каменный меч, хотя надо было сделать топор, потому что у меча 5 урона, а у топора 9. Ну, ладно, что имеем, то имеем. Я вот не знаю, попробовать хотя бы первые 2 уровня, то есть 2 этажа зачистить, либо же сначала нормально развиться, то есть с броней уже, и отправляться. Но меня так манит туда. Ладно, давайте просто сходим, посмотрим, что там, кто там вообще обитает. Коровы. Так, ладно. А кто у нас здесь? Тут у нас неизвестно кто, так что... А, зомби. Так, так, так. Слишком громкие, плюс пауки еще. Так, выбегаем, выбегаем, выбегаем. Угу. Зомбяра и паучок. О, это шура. Еще одно достижение. Охотник на монстров. Убейте злобного монстра. И также еще обновка. Сделайте кирку попрочнее. Так, первый этаж зачищен. И что же у нас? Ух ты. Сломанный спавнер аж выпал. Так, что у нас здесь? Да. Стоп. 4 хп. Возможно, я что-то буду не понимать в некоторых модах, но вы можете мне все писать в комментарии, я обязательно прочитаю, и если какой-то мне комментарий поможет, я обязательно добавлю его в следующее видео, то есть в следующую часть выживания. В данном выживании я не хочу, чтобы у меня был похожий стиль на лололошку, либо на моде и остальных, кто делает выживание с модами, я хочу сделать как-нибудь по-своему, и думаю, вам понравится. Думаю, пока что надо просто развиться в обычном Майнкрафте, то есть железо, домик, а дальше уже можно идти по модам. Так, думаю, 5 стейков нам хватит. Кстати, я когда заспамился, я присмотрел себе где-то вот это вот местечко. Там, где видно и эту башню, и ту башню. При этом красивый вид. Так, давайте, наверное, сначала waypoint оставлю, а потом уже можно отправляться в путь. Назовем башня 1. Все, сохраняем так, стоп, красненькую, и уходим. Так, а где у нас вторая башня? Я же где-то еще и вторую башню видел. Где она? А, да, вот она. Примерно где-нибудь вот тут я хочу поселиться. Тут красивый видок, в принципе, красивая местность. И при этом две эти башни будут под руку. То есть они будут рядом. Ах, красивая поляна, но надо уже строить себе домик. Я хочу такой домик, чтобы там было много комнат и при этом было просторно. Так, все, теперь надо точно решиться, где я буду жить. Слушайте, а давайте прям здесь. Красивая местность, почему бы и нет? Я вот не помню, добавлял ли я моды на страшных мобов, которые могут сразу же убить, либо же нет. Так, все, теперь я точно уже в безопасности. Но надо добыть хотя бы парочку дощечек. Так, стоп, у меня какая сложность стоит? Нормальная. Так, ладно, добываем дерево, чтобы делать факелы. Опа, опа, что это? Ты как тут оказался, чудило? Он спрятался. Он еще тут. Нет! Надо его убрать отсюда. Ты где у нас, малыш? И последний удар. Все. Надо отправляться на поиски. Так, у нас светлеет или нет? Мне кажется. В общем, что говорю. Нам надо отправляться на поиски шерсти, потому что нам нужна кровать. Кстати, да, waypoint забыл создать. Так и давайте назовем дом. И также его отключим, чтобы он нам не мешал. Все, а теперь точно можем отправляться в путь искать шерсть.
Так, вижу пока коров. Кстати, их надо поубивать, потому что нам нужна еда. И, кстати, их здесь просто дофигища. Так, ну я думаю, пауки от меня не отстанут, так что сначала надо расправиться с ними. Так, не-не-не, думаю, все-таки лучше переждать все дома. Когда наступит солнце, тогда уже можно выдвигаться и искать шерсть. Так, пока там ночь, давайте прочитаем пока руководство. Я знаю, оно нам сейчас ничего не даст, но все же начальное ознакомление нам понадобится. Так, водяная свеча. Используйте огнем, чтобы зажечь. Значительно увеличивает вероятность появления существ поблизости. Соблюдает правила спавна существ для того биома, в котором находится. Имеет шанс потухнуть. Многие свойства могут быть настроены в файле конфигурации. Так, используйте огнем, чтобы зажечь, да. Значительно увеличивает вероятность появления. То есть, она наоборот создает мобов, да? Или я туплю? В общем, пока что это нам действительно ничего не дает, но мы обязательно это прочитаем. И оно нам даже пригодится. А что там у нас с днем? Так, давайте немного осветим вокруг дома, потому что я не хочу, чтобы вокруг моего дома спавнились мобы. Вот. Где-то, я точно помню, была пещера, в которой я видел железо. Но точно не знаю, где скелет. Уйди, пожалуйста. Ха, нить. По сути, мы можем сделать из нити шерсть. Так, давайте посмотрим, еще есть пауки здесь где-нибудь. А ночь у нас уже... О, кстати, проходит ночь. Наконец-таки. Так, а что это у нас тут такое? Это у нас бэкпак. И... Ух ты ж, ё, это у нас что? Какой мод? Either 2. Понятненько. О, день, милый день. Здравствуй. Может, все-таки попробовать как-нибудь пройти на хотя бы третий этаж? Ладно, попробуем. У нас здесь пауки и скелеты. И кто-то там еще. О, нифига себе. Так, я так понимаю, скелетон, ты от меня не отстанешь, да? Опа. У него лук заряжен. Чувствовал, да? Я не могу, пожалуйста, отстаньте от меня. Все, все. Один хп, один... застрелен. О, ладно, бежим за вещами. Так, быстренько собираем вещи и сваливаем отсюда. Не могу, не могу, не могу. Так, это вот на тебе. Пещерные пауки, какие же вы назойливые, отравительные, отвратные. Как вас еще назвать-то? О-о-о, ты меня сейчас так укокошишь? Так, все, восстанавливаемся и... Что это за дэнс? Почему-то, когда я смотрю туда, где должна производительность быть меньше, все нормально, но когда смотрю сюда, FPS просто дико падает. Пожалуйста, пожалуйста, нифига ты наносишь! Офигеть! Так, все, как раз-таки нить уже есть. И быстро-быстро-быстро ломаем. Еще плюс пауки! У нас уже 7 нитей, мы теперь сможем сделать без проблем кровать. Так, все. Первый этаж зачищен здесь. Посмотрим, что... Я ради этого тут пыхтел, ради 5 досок и семян. О-о-о, как же сложно. Так, создаем кровать. Кровать, кровать, кровать. Я думаю, у нас должно хватить на все это. Так, получается, сначала мы создаем шерсть. И, ай, одной шерстинки не хватает. Точнее, одной ниточки, чтобы сделать одну шерсть. Можно, в принципе, здесь попробовать добыть нить, но я думаю, здесь нифига не пауки. Да, вот здесь зомби. Давай, падай. Ой, хорош. Мне кажется, теперь просто убить. Так, кто у нас? Что у нас здесь? Пауки! О, вот как раз таки вы мне и нужны. Ой, еще и зомби, еще и сверху! Офигеть! И теперь мы уже точно создаем кровать. Та-да-да-да-да-да! Кровать сделана. Поставим ее сюда. И точка возрождения. Надо поспать, видимо. Все, теперь я настроен точно на ресурсы. Теперь меня ничто не остановит, я иду только за ресурсами. Ни черташеньки не видно. Ё-моё. Яркость-то побольше надо сделать. Так, и здесь нигде железа нет. О, есть. Так, ясно. Мы сейчас пойдем обязательно сюда. Опа, свинцовая руда. Я ее смогу добыть? Да, действительно, я добываю свинцовую руду. И, наконец-то, что-то первое у нас из мода. Это мод Magic Kingdoms. Так, ладно, добываем теперь железо. Итак, кто же у нас тут? Зомби точно слышу. И... Пауки. Ну как же еще может быть? Все, идеальник. У нас уже 12-й левел. Кстати, точно, у нас есть Гоки Стас ведь. И мы можем прокачивать персонажа. Так, сначала покушаем. Кстати, да, что-то очень быстро улетучивается.
Так, обязательно прокачиваем печку, хотя бы до второго уровня. И также вот майнинг прокачиваем, чтобы у нас в будущем выпадали, например, не 2 алмаза, а 3. Или, например, из алмаза еще и изумруд. Так, стоп, а где... Нифига себе, сколько здесь железа, золото. При этом еще... Офигеть, вот это жило конкретное. И добываем медную руду, которую я могу добыть. Да, но она сгорела, фак. Вот сейчас я точно ее подхвачу. Опа. Это снова Magic Kingdoms. Так, я хочу пойти посмотреть, это у нас что? Серебряная руда и снова из Magic Kingdoms. Так, серебряная руда добываем обязательно. И у нас еще проход ниже есть. Лазурит! Серьезно? Все. Вы видите это? Алмазная руда, вот что дает вот эта вот прокачка. Мне просто из обычного железа выпала алмазная руда. Что? Так, все, моя кирка полностью сломалась, поэтому нам стоит возвращаться домой. Как же я устал, блин. Но у нас теперь дофигища различной руды, в том числе и алмазная. Мы также прокачали скорость печки. Теперь смотрите, как просто моментально оно все, можно сказать, переплавляет. Что же, вот и подошла к концу наша первая часть выживания. Я думаю, она вам понравилась. Если это так, то пишите в комментариях, продолжать ли мне или нет. И также ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам мой канал нравится. Тоже всем пока.